Игроки тюменского хоккейного клуба «Рубин» возвращаются к тренировкам. Напомню, 20 человек в команде заболели коронавирусом. Игроки, а также тренерский штаб находились на самоизоляции. На данный момент часть спортсменов полностью выздоровела и вернулась в строй. Тренеры на больничном тоже времени не теряли. Звонил, в общем-то, своему другу в Словакию, тренеру по физподготовке, физиологу. С ним как-то общался. Ну, в общем-то, какую-то информацию получил. В общем-то, и мои помощники тоже с кем-то общались. В общем-то, многие команды уже на стадии предсезонной подготовки переболели. Как они выходили из этой ситуации? Ну, сейчас что-то будем делать. В полном составе команда планирует начать тренировки уже на следующей неделе.